сюда привожу. Хочу. А в чем дело? Вы же прошли нормально. Ну да. Посмотри, что это. Я просто не хочу. Просто не хотите? Да, вы кто? Я контролер. Вам удостоверение показать? Как хотите. Не хочу говорить, показывать. Не хочу. Не хочу и все. Здрасте. Здрасте. Старые знакомые. Что случилось? А что, не старые? Молодые, наверное. Наверное. Я тоже так думаю. Билет можно ваш? Не хочу. Основание. Не хочу. Ну, а почему должно быть основание? Нежелание. Правильно пользуемся. Вы обязаны предоставить контролёру проездной билет на проверочку своей оплаты. Все? Да. Да. Ну, правила пользования — это же не закон, правильно? В смысле это не закон? А что ну, это? Ну, есть федеральный закон, а есть правильное пользование. Так? Закон города Москвы. Ну. Закон города Москвы номер 45. Возьмите, почитайте. Откройте интернет. Ладно, зачем вам мой билет? Проверить, как и чем вы оплатили свой проезд на данном транспорте. Все? Билетом. Вот мне этот билетик надо проверить, была ли оплата или не было. И все. Пользуетесь вы ли чужой льготой или не пользуетесь чужой льготой? Понятно. Чем вы пользуетесь? Ну вот, ну, если я вам сейчас не показываю билет, что дальше будет? А, вы хотите узнать, что дальше? Да. Вы, смотрю, пишете, да? Конечно. А, понятненько. Смысл? Что смысл? Я тоже пишу. Какая разница? Ну как это? Большая. Билетик нужно ваш, пожалуйста, нет. Молодой человек? Основание, пожалуйста. Я уже вам сказал, нежелание. Это не повод для того, чтобы не предоставлять билет на проверочку. Почему? Ну, как это? Ну, почему? Вы, как я понял, не сотрудники полиции, чтобы я вам что-то предоставлял. Нет, мы не сотрудники полиции. Ну, вы имеете право составлять протокол об административном правонарушении? Да. Имеете? Да. Давайте составим так. Если вы считаете, что... Нет, нет, ему нечем выпендриваться. Нет, мне, ну, не буду отвечать, а ладно. Он не промазал. Он не промазал. А? Он не промазал. Ну, я не хочу, зачем мне показать билет? Не, он просто, понимаете, он включил видео. И сейчас снимает это все. А потом все это выкладывает в интернет, понимаете? Прикалывается, да, правильно вы сформулировали. У каждого своя работа. Да, и вот это... Немножечко это, и получается вот это. Понятно. Себя сними тоже. Фамилию, имя. Конечно, представься. Прям развернись. Мою не трогайте, пожалуйста. А что ты? Выложишь зато в интернет это все, и все посмотрят. Зачем? А я откуда знаю? А зачем снимаешь? Хочу, снимаю, желаю, снимаю. Я понимаю, ну билетик-то предоставь, пожалуйста. Не хочу. Еще зачем? Положено предъявлять билеты. Пришли контролеры, значит, должен... А вы можете снимать? Да, они тоже снимают. У нас тут взаимные, взаимные, да. У нас его интернет. Мы развлекаемся, мы просто билетик хотим. Не, мы на проверочку. Мы развлекаемся. У нас уполномочия, молодой человек. Какие? Как какие? Мы контролируем. Ну, вы полномочны составлять протокол о административном правонарушении? Составляете? Обязан? У меня он должен быть с собой, что ли? А как? Конечно. Конечно. Да, у нас паспортный режим в стране. А он и был паспортный режим в городе Москва. В паспорте написано «иметь», если что, паспорт. И бережно хранить. И предоставлять. Нет, не предоставлять. Как это иначе, изъятие паспорта только в случаях, предусмотренных федеральным законом. Сейчас чуть-чуть доедем. Если что. Да сейчас на конечную заедем, вызовем. Ну, сейчас я на следующую просто выйду и все. А, ну да, логично. Мы же боимся полиции, да? Нет, зачем? Ну а как? А что, свобода полиции про это? Ну, зачем вам это надо? Ну, мы вообще-то на работе, если что. Ну что? Да, молодой человек? Ну и то. Что за это? Ну и что? Пообщаться, нет? Книжки почитайте, я вам посоветую. Обязательно. Всякие разные, особенно с приключениями. А тебе зачем это надо? А тебе зачем это надо? Я же говорю, каждый своя работа. Это есть, знаешь, какие есть активисты, которые это немножечко это... Да. Целенаправленно нарушают сейчас закон. Да. А какой закон я нарушил? Как? Вы не представляете, билет, по первым требованиям контролера, человека... А законные требования контролера обязательно исполнение гражданами Российской Федерации?
естественно. Молодой человек, ну вы же не у себя дома, вы в общественном транспорте, ну правильно? Ну и что? Я оплатил проезд в установленном законном порядке. Вы находитесь на моем рабочем месте, вы получаете... Нет, я нахожусь в общественном. Я здесь работаю, а я работаю в общественном транспорте. Сейчас по другой карте. То есть то, что я визуально видел, я ничего не видел. Ну... Контролеры есть, но на... Конечно. Просто говорит, что мы с ним долго беседуем. Ладно, всего вам доброго. А его, наверное, не научили родители, как себя надо. Его, наверное, не научили, как весь молодой человек. А вы меня задерживаете? Да. Билетик, как? Билетик. Вы что на меня идете? Вы что меня толкаете? Я не пойму. Вы хотите выйти, а вы билет предъявили? Не хочу я предъявлять вам билет. Основание ваше. Вы меня задерживаете, в общем. Я? Да я вас даже не трогаю. Это вы на меня идете и толкаете. Это вы меня толкаете. Вы меня задерживаете, так? Я вас не задерживаю, не вы применяете административную процедуру задержания в данный момент. Вы не уполномочены. Да, я вам заломала руки, я... руки, нет, одела наручники. Нет, вы просто ограничиваете мою свободу. Видите, я не могу выйти. А вы, я не, могу выйти. Вы не выйдете. Почему? Ладно, хорошо. Вы не выйдете. Через стекло. Номер автобуса. Как интересно, да? Ой, весело, обалдеть! Я сейчас, по-вашему, совершаю административное правонарушение, так? Да, правильно? Конечно. А вы совершаете уголовное преступление. 286 статья. Да. Это интересно. Превышение должностных полномочий называется. Да, часть третья, это 10 лет, от 3 до 10 лет. Да, ограничили мою свободу. А я вам что, на хвост наступила, не пойму. А у меня нет хвоста. А, к сожалению, у меня нет хвоста. Да. Ну, прикоснулись еще к моменту. Судьбой обижены, да? Судьбой обижены. Ну да. Ну, наверное, да. А ваши признаки действия. Признаки действия? Да, вот этого чего? Вот непонятного общения и так далее. Ну, а, молодой человек? Потом посмотрим, что, у кого будут признаки, у кого действия. Вы представиться? А что, почему бы и нет? Скажите, не хочу. Ваша фамилия, имя, отчество, пожалуйста. Не хочу. Почему? Не хочу, потому что ну, не хочу. Ну, ради интереса, мне знать, с кем общаюсь-то. Ну, мне неинтересно. Ладно. С вами разговаривать. По-другому. Вы же мне не представились, правильно? Я вам уже удостоверение показывала. Ну, я не просил вас показывать. А, вы меня не просили представляться, показывать. Представляться, кстати, тоже. На вас не поймешь, ага. Вам то представься, то покажи, что ты не поймешь, что вы хотите. Понятно. Ну, вы проверили, я вообще не понимаю. Смотришь. Ясно. Дверь-то откроет. О, открыли. Удачи. До свидания. До свидания.